Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.21 июня госавтоинспекция Кызылского района организовала учение по ликвидации последствий ДТП. По легенде, на одной из оживленных улиц поселка Кахем в разгар рабочего дня произошло опрокидывание легкового автомобиля. В передней части авто возникло возгорание. Водитель, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. В искореженном салоне в качестве раненых зажаты два манекена. По мнению организаторов, в ликвидации последствий ДТП крайне важно грамотное сотрудничество всех оперативных служб. Целью данных учений является совершенствование реагирования на сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, реагирование экстренных служб. Дорожно-транспортные происшествия и чрезвычайные ситуации могут произойти когда угодно и где угодно. Поэтому для всех экстренных служб важно не сколько умение качественно и оперативно выполнять свою профессиональную работу. Только благодаря слаженной работе возможно существенно сократить время оказания помощи, потому что каждая минута может стоить жизни и здоровья человека. Первыми для перекрытия дорожного движения на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Следом экипаж оперативно задержал предполагаемого виновника автоаварии, попытавшегося скрыться с места происшествия. Прибывший пожарный расчет в целях предотвращения самовозгорания транспортного средства первым делом отключил аккумуляторные батареи авто. Затем пожарные приступили к спасению пассажира, оказавшегося зажатым в салоне москвича. Мы освобождали двое пострадавших, резали автомобиль гидравлическим инструментом и... Мы прибыли за короткое время. Время прибытия зависит от места, расстояния. В последующем пострадавший был передан прибывшим врачам Кызылской ЦКБ для оказания профессиональной медицинской помощи и дальнейшей транспортировки медучреждения. То есть первый пострадавший, это получается, у него была травма мягкой ткани головы, правого предплечья. Получается, мы остановили кровотечение, провели противошоковую терапию. У второго пациента, получается, было бессознательное состояние, тоже провели противошоковую терапию и остановили кровотечение. Наложили жгут и в дальнейшем будем транспортировать в республиканскую больницу. Всего с момента сообщения очевидца об условной автоаварии прошло 15 минут, по истечении которых совместными усилиями подразделений ГИБДД, МЧС и медицинских служб Кызылского района удалось организовать профессиональную работу по спасению тяжелораненого и ликвидации последствий ДТП. Всего в ходе учения было привлечено 5 единиц техники и 20 человек от экстренных служб. Отмечается, что с начала текущего года на территории Кызылского района произошло 33 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых трагически погибли 6 человек, 49 получили ранения, в числе которых 6 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет. В актовом зале регионального МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению поступивших на службу молодых сотрудников органов внутренних дел присяги. 30 молодых сотрудников дали клятву стоять на страже законности и правопорядка, уважать и защищать права и свободы человека, добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Служебный долг и возложенные мне обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка. Хранить государственную служебную тайну. Служу России, служу закону. Мероприятие прошло при участии временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Тувы Олега Дьяченко, председателя Совета ветеранов Маратола Андара и руководителей подразделений ведомства. Олег Дьяченко поздравил всех новоиспеченных сотрудников с важным событием в их жизни, пожелал достойно нести службу и быть верным присяге. Дав клятву верности служения закону, вы возлагаете на себя ответственность за настоящее и будущее Отечества. И я надеюсь, что вы оправдаете надежды, которые возлагаем на вас мы и население республики. Приступить к приведению присяги. Принятие присяги, верность и ее соблюдение является эталоном нравственности сотрудника, его дел и поступков. Ритуал призывает офицеров органов внутренних дел к высокой ответственности за выполнение служебного долга. Сегодня очень знаменательный и очень важный день для нас, так как мы приняли присягу, присягнули на верность своему Отечеству. Присяга посвящена 20-летнему юбилею со дня создания ветеранской организации МВД по Республике Тыва.
В Туве стартует очередной этап губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». Его участниками станут 103 семьи, отобранные на сходах граждан односельчанами из числа безработных земляков. Вместе с ними общее количество семей, которым проект за 3 года с начала реализации представил возможность стать фермерами, вырастет до 412. Новобранцам проекта 2019 года уже открыты расчетные счета в банке, на которые поступит грант от правительства республики на приобретение скота. Скот – это, как правило, 200 овец, им передадут участники проекта 2017 года. Прежде чем новоиспеченные фермеры примут скот, его проверят. Сейчас специалисты приступили к забору крови для анализов. Вместе со скотом участники проекта получают также пастбищные наделы с оформленными документами. Кроме того, власти помогают им льготным лесом на строительство кошар для овец и жилья для себя. Минсельхозпроди Тувы сообщили, что на 17 июня построены усадьбы для 22 семей. Остальные должны завершить строительство в ближайшие 2 месяца. На смену бумажным трудовым книжкам и СНИЛС придут электронные. По этой теме в стенах Республиканского пенсионного фонда состоялась пресс-конференция. Если гражданин предоставляет, получает какую-то государственную услугу, основным идентификатором будет являться наш СНИЛС. Поэтому у нас вот бумажные носители, которые мы получаем, они будут содержать только электронный вид, цифровые данные нашего номера. А вот эта вот пластиковая карточка у нас постепенно будет отменена. То есть те, кто впервые будет получать СНИЛС, это наши граждане, которые впервые получают страховой номер индивидуального лицевого счета, они будут получать только его в электронном виде. То есть номера. Главный плюс электронного СНИЛСа – это экономия времени. Например, мамам не понадобится больше идти в пенсионный фонд за СНИЛСом для новорожденных детей. Сведения о рождении ребенка будут автоматически передаваться из органов ЗАГС в пенсионный фонд. Получить страховой номер ребенка можно через интернет. Отмечается, что выданные ранее СНИЛСы останутся действительными. Потеря, либо могут какие-то изменения, да, фамилии, имени, отчестве, то взамен СНИЛС уже будет выдан тот самый документ, удостоверяющий регистрацию. Новых карточек уже не будет. Что касается трудовых книжек, то специалисты пенсионного фонда Тувы отметили, что в 2020 году на смену традиционным трудовым книжкам должны также прийти электронные. Соответствующий законопроект разработан Минтрудом России в рамках федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 1 января 2020 года будут уже действовать нормы закона, которые будут коснуться всех работающих граждан. А с 1 января 2021 года лица, которые только устраиваются на работу, то есть выпускники высших вузов, уже не получат трудовые книжки в привычном нам виде, да, в электронном. У них все будет в электронном виде. Предполагается, что в 2019 году будут внесены необходимые изменения в действующее законодательство. Из 2020 года у работодателей будет обязанность предоставления ежемесячной отчетности о трудовой деятельности о каждом работнике, за нарушение которого предоставление неполных или недостоверных сведений будет предусмотрена административная ответственность в отношении руководителей организации. Те работники, которые не доверяют виртуальной трудовой книжке, могут оставить бумажный вариант. Новые сведения о трудовой деятельности кадровики должны будут вписывать и в бумажную трудовую, то есть дублировать электронные записи. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 63 рубля 13 копеек, евро 71 рубль 35 копеек. Уважаемые потребители, сообщаем, что с 1 июля 2019 года произойдет изменение тарифов на электрическую энергию. Просим предоставить в ТВА «Энергосбыт» показания приборов учета и оплатить задолженность за поставленную электроэнергию. Информацию о тарифах можно уточнить по телефону 5-65-26, а также на сайте ТВА «Энергосбыт» tuvaensb.ru.
Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве по факту гибели двух мужчин на озере Азаз организована проверка. 23 июня около 16 часов в правоохранительные органы Толджинского района республики поступило сообщение об опрокидывании в водах озера Азаз моторной лодки, в результате которого от утопления погибли двое находившихся в ней мужчин без спасательных жилетов. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время по материалу проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе для установления причины смерти пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как стало известно, один из погибших – это сотрудник межмуниципального отдела МВД России Кызылский, который в этот день обеспечивал охрану общественного порядка на озере Азаз. По данному факту в МВД по Республике Тыва проводится служебная проверка для установления обстоятельств произошедшего. Семье погибшего сотрудника будет оказана всесторонняя помощь. Руководство и личный состав МВД по Республике Тыва выражает соболезнования родным и близким погибшего коллеги. В целях предотвращения гибели людей на водных объектах спасатели Тувы просят жителей республики пользоваться для купания оборудованными пляжами или специально отведенными для этого местами. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при катании на маломерных судах убедиться в ее исправности и надеть спасательные жилеты. На месте происшествия работали инспектора Центра ГИМС МЧС России по Республике Тыва, сотрудники полиции. Всего было задействовано 4 человека и 2 единицы техники. Всего с начала года по сегодняшний день жертвами водной стихии стали 4 человека, двое из которых несовершеннолетние. В Туве спасли годовалого ребенка из запертой квартиры. В Кызыле жительница пятиэтажного дома сообщила, что в квартире на первом этаже внутри закрылся ее годовалый ребенок. По указанному адресу была направлена дежурная смена спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Прибыв по указанному адресу, было принято решение не вскрывать дверной замок, а проникнуть в квартиру через окно. Подставив лестницу к дому, спасатели выдавили оконную раму, а потом влезли в квартиру, где открыли изнутри дверь и пустили женщину к ребенку. Мать рассказала, что после прогулки завела ребенка в квартиру и вышла на несколько секунд за коляской. В это время ребенок изнутри защелкнул на замок дверь. В целях предупреждения несчастных случаев с детьми Главное управление МЧС России по Республике Тыва обращается к родителям с просьбой не оставлять без присмотра маленьких детей. О тувинской свадьбе театральным языком. С такой идеей в Туву приехал калмыцкий режиссер Борис Манджиев. Читки сценария начались 14 июня, и на главной сцене республики вовсю идут репетиции будущего спектакля с рабочим названием «Свадьба кочевников». Идея создания нового произведения появилась во время прошлого визита Калмыцкого государственного драматического театра в Туву в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Тогда тувинский зритель увидел спектакль «Калмыцкая свадьба» в постановке Бориса Манджиева. После того, как поступило предложение, Станислав Николаевич говорит, ну вот у тебя же есть «Калмыцкая свадьба», вот ну, тувинская. Ну я как бы так вот сгоряча согласился. Зная так, думая во всяком случае, что мы кочевники, и быт, и обряды, культура, и все это как бы совершенно одинаковые, недалеко Монголии наши братья, калмыки, калмык-айраты. На самом деле оказалось, когда я приехал, заранее мне завлечь частью Эрик Норбу все высылал, так вот я смотрел, вроде бы стыкуется. А когда я встретился с артистами, почитал тот каркас, оказалось, практически 70% не сходится. Просто не сходится. И что это не так? Я предлагаю так, это нельзя так делать. У нас я начал понимать, что это титанический труд. В
постановке спектакля в Туве задействованы консультанты из числа ученых и фольклористов республики. Отмечается, что речь не идет о полной идентичности режиссерского замысла существовавшему обряду. В новой постановке будут органично переплетены достоверные ритуалы и фольклор тувинского народа с художественным вымыслом. И вот наша задача, вот здесь, думаю, здесь задача изначально, когда прозвучало предложение, наверняка, я вот сейчас подозреваю, наверняка преследовалась вот эта просветительская цель, просветительская. И я понимаю, что что будет звучать со сцены в нашем, скажем, потом произведении, то и будет восприниматься как за чистую монету. И ответственность достаточно огромная. И поэтому каждый шаг, конечно же, каждый шаг будет выверяться. Конечно же, спектакль, это же театральное произведение, не лишено художественного вымысла. Основная цель нового спектакля – собрать и передать зрителю красоту свадебных обрядов и обычаев, песен и танцев, благопожеланий, наложив на историю сватающихся семей. Открываются временные порталы, да? Как бы вот. Это мне нравится, как бы для художника может поиграть. Ну, единая установка будет, ну, трансформер декорации. Ну, образ Тувы, сегодняшний Тувы. Там. Спектакль будет готов к осени. Зрители смогут увидеть его на сцене Национального театра Тувы в новом 84-м театральном сезоне. Управление Роспотребнадзора Тувы сообщает, что за прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения по поводу укуса клещей обратилось 70 человек, что на 35% меньше в аналогичную неделю прошлого года. По оценке специалистов, снижение активности клещей вызвано нетипичными для летнего периода погодными условиями. Всего с начала эпидсезона отмечен 981 случай обращения, в том числе детьми до 17 лет, 459. За неделю зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом летом в Кызыле, что на 3 случая ниже прошлогодних показателей. Также за этот период отмечено 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом в Чедыхольском, Кызылском, Тандынском районах и городе Кызыле. С марта зарегистрировано всего 42 случая заболевания клещевым боррелиозом или болезнью Лайма. Отмечается, что самым эффективным методом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Для защиты от заболеваний, передающихся через укусы клещей, рекомендуется также проведение акарицидной обработки территорий населенных пунктов и детских учреждений. Тувинский самбист Саян Хиртек завоевал серебро на вторых европейских играх в Минске весовой категории до 57 килограммов. Саян Хиртек в субботу в финале соревнований уступил грузину Вахтангу Чердашвили по очкам. Бронзовыми призерами стали представитель Азербайджана Мехман Халилов и белорус Владислав Бурсть. Главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин делится, цитата, «Настоящий самородок, которого нашел наш легендарный тренер Павел Фунтиков. Саян очень резко ворвался в нашу сборную. Один год выиграл и чемпионат, и Кубок России, после чего сразу поехал на чемпионат мира. В первый раз он завоевал бронзу, но, выступив повторно, стал уже чемпионом мира. Уникальный спортсмен с очень крепкой нервной системой». Конец цитаты. Соревнования в Минске проходят в 15 видах спорта. Это 23 дисциплины, 8 из которых станут квалификационными к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, град. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 18. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 18. Плюс 20. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.